кино. Городок без отдыха. Как давно мы мечтали полететь на отдых, да? Как давно? Ну, так вот, летим. Летим, брат! Здорово я придумал, а? Насчет самолетика. А? Причем сами летим, сами. Сейчас сядем сразу на пляж. На пляж сразу. Отдыхать. Порт Альфа 7755. Посадку не разрешаю. Прекратите снижение. Высота 3000. Ваша очередь на посадку через 30 минут. Понял вас, башня. Иду на круг. Фу. У вас какие-то проблемы? У нас большая проблема. У нас отдых откладывается на 30 минут. Ну и шуточки у вас. Да какие шуточки? Человек не может без отдыха, понимаете? Конечно, понимаю. Поэтому я сейчас полчаса буду отдыхать. Обед у меня, ясно? А вы пока сами покрутитесь. Если вдруг какие-то проблемы со встречными бортами, скажите всем, чтобы полчасика подождали. Конец связи. Башня! Алло, башня, какой обед? Вы чего? Вы где вообще? Где-где? В ресторане. Полчаса подождать не можете? Да тут я, тут. Это вы отдыхаете. А я тут без отдыха. Конец связи. Ну все, у башни башню снесло. Вот что значит человек без отдыха. Сегодня вечером, в честь начала отпуска, напьемся до поросячьего визга, я сказал. Нет, я не буду, я на отдыхе. Ты что, что ты? Какой же без этого дела-то отдых? То у нас без этого дела получатся суровые будни, как на работе. Ай, это для тебя выпивка отдых, а для меня выпивка. Это суровые будни на работе. Ну ты же знаешь, я на ликероводстве работаю. Так, значит, в смысле выпивки ты мне не поможешь. Ладно, сам справлюсь. Ну, в смысле женщин, а? А? На курорт же летим, на курорт. Ну, ты ж не думал. Что ты не думал? Что, и в этом деле ты мне не помощник? Да я не думал, что тебе и в этом деле нужны помощники. Ну, ладно. Позовешь, если сам не справишься. Значит так. Пить ты не хочешь. Женщины, как я понял, тебя тоже не очень интересуют. Я не понимаю, чем ты будешь заниматься на отдыхе у моря? Загорать. На море я буду ловить рыбу. Это будет очень правильно и очень гармонично. В природе вообще все должно быть сбалансировано. В каком смысле? Ну, в смысле смены деятельности. Когда-то я работал на сейнере. И 11 месяцев в году я ловил рыбу. Так. Потом на отдыхе я месяц пил. Ага. Теперь я на работе 11 месяцев пью. Так. Значит, на отдыхе мне нужно месяц ловить рыбу. Я понятно объяснил? Ну, так. О! О! Витя, ты меня извини за этот вопрос. Но ты никогда не думал, что будет, если к тебе придут и спросят, откуда у тебя деньги на этот самолет? Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не накаркать. Да ладно, поздно плеваться уже. Ты знаешь, это, конечно, был очень сложный вопрос. Я долго думал, никак не мог найти хороший ответ. Но однажды это случилось. Что случилось? Ну, однажды возле моего дома остановился «Мерседес». Из него вышел налоговый инспектор и спросил меня, откуда у вас деньги на самолет? А я его спросил, откуда у вас деньги на «Мерседес»? Теперь он думает. А вот
Вот хорошо, когда у тебя друг при деньгах, да? Можно с ним это вот на самолете полететь. Спасибо, рад, что угодил тебе. А вот теплоход все-таки был бы лучше. С бассейном. Ладно, будет тебе теплоход с бассейном. Обещаю, в следующий раз будем на теплоходе. У меня денег хватит. Что ты? Так, ну ладно, надо к посадке готовиться. Что-то я волнуюсь. Вообще, приземляться – это самое опасное. Да ты не волнуйся. Приземлимся 100%. Думаешь? Да. Еще не было случая, чтобы самолет в воздухе остался. Ну да, ну да. Че ты? Типун тебе, дурак. Ужас. Ну все. Скоро посадка. Начинай молиться. С посадкой у меня не очень. Ну, хватит меня пугать, ну. Кстати, ты мне никогда не говорил, где ты научился пилотировать самолет? Никогда не говорил и сейчас не скажу. Потому что это секрет? Нет, потому что я так и не научился. Кино, да? Ага. Триллер! Борт Альфа 7755. Посадки готовы? Да я давно готов. Посадку разрешаю. Так а толку-то? Дергать за что, а? Может. Да убери ты руки свои! Вот так вот. Вот. Сейчас, подожди, тормознем. Все. Все, все. Все. Все, сейчас на пляж. На пляж. Ой, мы на отдыхе или где? А то, а? На отдыхе, все. Пошли. Слушай, какой это все-таки класс, а? Ощущения просто, просто фантастические. Ой. Потрясающе, это такой драйв, такой адреналин. Вот не зря я в детстве хотел пилотом стать. Я хочу на пляж. После такой посадки. Слушай, а ты же хотел еще вот на теплоходе покататься. Тут такой тренажер тоже есть. Ну я же тебе обещал, я тебе говорил, что у меня денег и на теплоход хватит. Ну. Что, прямо сейчас? Ну. Самолет на теплоход? Ну. Без отдыха? Так быстро? Ну. Ну, пошли. Только чур, я за штурвалом. Ну как, ну я же плачу. Ну, я, ну разве? Ну, а плачу я, а за штурвалом-то, ну, как-то.